Ну что же, друзья, вот буквально 5-6 часов назад я вам показывал, можно сказать, голую землю. А теперь смотрите, сеточка металлическая, так? Вот из таких рулончиков, вот она. Металлическая сеточка. И дальше уже на эту сеточку они... вот этот материал. Yeah. What is that material about? It's filter fabric. That's for the weeds. The in the bottom one's for the gophers. Uh-huh. But is it possible that gophers will punch it? No, not this. No, not the wire. Uh-huh. What did it smell? Это бумага, которая, ну, ткань такая, которая должна не пропустить сорняки. То есть сначала идет сеточка, которая не пропускает сусликов, как они там, gophers. Вот. А дальше уже вот от сорнячков. И вот наш лимончик, вы видите, как он, вот уже через проволочку прошел мастерски. Кстати, вот цветочки на лимоне начинают появляться, а то я думаю, где цветочки? Да, а вот буквально еще там часочек прошел, там может меньше, и вот мы видим все большую и большую часть территории. Территории, покрытой вот этим всем. А здесь вы видите, вот тут идут трубы. Целая система с ирригацией. Вот так все это выглядит.